Здравствуйте, с вами Наташа Купер, автор системы «Влиятельный английский». Сегодня 1 ноября, мы перешли в Соединенных Штатах на зимнее время года. Да, Элвис? Дни стали короче. Я знаю, не во всех странах переходят на зимнее время, но я вам хочу об этом напомнить, потому что если вы посещаете наши вебинары, вам важно помнить, что теперь у нас разница с московским временем 11 часов. Чтобы помнить, в какую сторону переводить стрелки часов, мы в Соединенных Штатах себя напоминаем следующим образом. We spring ahead in spring, and we fall back in the fall. Дни становятся короче, вечера длиннее, и мне очень хочется, чтобы вы этими вечерами не у телевизора сидели, а воспользовались этим временем для улучшения вашего английского с языковыми решебниками. Вы о них, я думаю, уже немало слышали. Это 6 книг, 18 аудиодисков со сценариями для реальной жизни, сценариями успешной коммуникации на работе, в быту, в путешествиях. То, что позволит вам быть понятыми и сделает так, чтобы вас принимали на равных. И я хочу сделать вам такой подарок на этой неделе до 8 числа. Я не только за свой счет оплачу доставку языковых решебников. Для многих из вас, проживающих в странах СНГ, это экономия $79. Но еще одна вещь, то, что я никогда не делала. Для тех из вас, кому не принципиально важно иметь подарочные коробки, для тех из вас, кто ими будет пользоваться каждодневно, дома, на работе, переносить с собой в машину, назад домой, держать их на столе, у телефона, все время по ним заниматься, для вас, для первых 100 человек, которые действуют решительно, я снижу стоимость решебников на $100. Общая экономия $179. Немалые деньги. Торопитесь этим воспользоваться. Первые 100 человек, 6 книг, 18 аудиодисков, которые вы всегда можете носить с собой, через компьютер скинуть на ваши цифровые устройства и заниматься в дороге, в спортзале, на прогулке, за домашними делами, чтобы сделать это время вкладом в ваш английский и в ваше будущее. Ссылка внизу. Условия действуют для первых 100 человек до 8 ноября. До встречи! Следующий. С вами была Наташа Купер, автор системы «Влиятельный английский».